Итак, дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы продолжаем говорить про художественные места в Санкт-Петербурге. И остановились мы на месте Анна Нова, которая находится на Жуковского, 28, я повторю, да, кто забыл вторую часть. Сегодня мы посмотрим еще два места. Это Свиное Рыло и... ну да, так называется, Свиное Рыло. Серьезно тебе говорю. Ну вот, смотрите. Вот, смотри. Свиное Рыло. Музей. Санкт-Петербург. Можно ли все сделать? Видишь, даже какие-то картинки. Ну, еще реально. Всякого вон тут еще у нас. Какие-то вон. Ну, это реально свиньи, типа. Да что это реально? Я не шучу. Даже, ребят, реально, это место, естественно, я там был, вот, и здесь показывается, собственно говоря, всякие картинки, как ни странно, со свиньями, да, то есть можно посмотреть на, допустим, вот такое вот, да, то есть вы видите здесь, типа, вот так вот свинья, вот, вы, вот, ну, это достаточно... Достаточно разнообразно, ну, как сказать, не разнообразно, а это, ну, то есть, допустим, даже вот такие, да, есть картины, вот, то есть, это как iPhone, даже лучше, типа, этот показывает ему лопату, да, и тот, типа, я не знаю, кажется, смысл этого, но какой-то в этом смысл точно есть, вот, собственно говоря, такие вот в этом месте у нас находятся картины. И на самом деле я вам реально советую это посетить. Можно посмотреть. Очень там достаточно интересно. Вот, давайте-ка мы сейчас эту госпожу достанем. Так. Короче, реально, ребят, заходите туда. Обязательно. Реально прикольно. Реально прикольно. И второе место в нашем сегодняшнем ролике, это, естественно, К-галерея. Она находится на набережной реки Фантазии 24. Вот. Тут можно посмотреть на всякие тоже картины, да, можно тут всякие, вот, как я вижу, здесь специализируются на животных, да, то есть, видите, здесь два пса. Чего? Разве? Нет, тут К-галерея. Необычная галерея. Чего? То есть здесь, как вы видите, ребят, всякие картинки животных, в частности псов. Есть, конечно, картины и людей, поваров всяких, какие-то цветы здесь, да. То есть реально много всего. Много всего. Это находится, кстати, на, можно сказать, на набережной, да, там река. Вот, так что вот в таком месте она находится, ребят, это здание. То есть, вот видите, здесь река, да, здесь само вот это вот здание. Так что, как бы, реально советую его тоже посетить, потому что оно реально нормальное, это место. Там реально интересно. Вот, так что, ребят, если будете там, и тем более, если будете, так сказать, путешествовать, то обязательно зайдите, посмотрите. Это... Действительно прикольно, и можно тут там, ну, хорошо провести, так сказать, свое время. Ну и тем более, естественно, это бесплатно, да, то можно зайти, ну, хотя я не знаю, что бесплатно, не бесплатно, вот, но можно зайти, просто посмотреть, да, и как-то, ну, там, как сказать, посмотреть, просто, так сказать, расширить свой кругозор, вот, так что, ребят, советую вам посетить это место, вот, и что же еще? В принципе, все. Это реально 4 места, которые я рекомендую вам посетить в Санкт-Петербурге в плане художественных мест. Вот. Ну, а на этом все. Всем удачи, всем пока.